Хочу приготовить вон чурзу по-корейски. Вот. Так что приступаем к готовке. Вот так, нарезанку. Вот видите, прям тонюсенько-тонюсенько. Вот так вот, как червячки. Вот. Ты что за червячками? Реально получается червячки. Ну, ждем. Как парикмахерская. Ты, Саша, меня снимаешь, я буду как хорек. Ну, это, в кадре. Близко. Я буду так, глаза косые. Куча. Ну, все, ребят. Ну, такое. Вот так всегда. На самом интересном месте. Ребятки, всем привет! Привет-привет! Снова я в эфире. Выходной готовлю опять практически на неделю. Хочу приготовить вон чурзу по-корейски с говядиной. И у меня будет плов с говядиной с узбекским рисом. Все, ребятки, у нас тепло на улице, гололед бешеный, можно коньки одевать и ходить. Вот. Это вот только сегодня посыпали все тротуары песком. А так вот до этого люди как на коньках. Это какой-то кошмар. Куда смотрит наш акимат? Ну все, ребятки, готовлю. Готовлю и показываю вам, как обычно я это делаю. Вот. Так что приступаем к готовке. Все, ребятки, начистила я все необходимое, что нам надо. Говядина. Две пойдут морковки, три луковички. Это убираем. Это у нас будет на плов. Порезала вот так говядинку. Вот видите, прям тонюсенько-тонюсенько. Вот так вот, как червячки. Вот. Фунчоза с червячками. Я буду готовить вот такую фунчозу. Здесь у нас 240 грамм. Вот как раз на один раз. Все, ребятки, мои овощи. Один помидор, два огурчика, две морковки, три средненьких луковички и перчик. Перчик Саня купил в этот раз. То ли подсунули, то ли что. Не знаю, половину выкинула. Так, ну все, ребятки, закладываем вот сюда. На 5 минут. Заливаем крутым кипятком. Кипятком. Они тут еще, ой, ё-моё, ниточками связаны. Первый раз такое вижу. Связаны были ниточками. А? Что это? Новая технология по упаковке. Хватит, места нет здесь. Наверное, в эту чашку. Ребят, в эту чашку зальем. Маленькая. Маловато будет. Все, ребят, кипятком прям крутым. Чтобы прям полностью покрыть. Что полностью покрылась лапша. Лапшей. Так, и все. Саш, засеки 5 минут. Все, пока буду тебя тереть. Тереть. Так, наши овощи.
Ребятки, все, 5 минут прошло, сливаю воду. Все, ее хорошо промыть, ее надо под холодной водой, чтобы она, ребята, была липкая, чтобы она весь вот этот крахмал весь ушел. Да, хорошо, хорошо. Все, и пусть она стекает. А мы будем пока резать, рубить, строгать. Ребятки, по поводу помидора. Кто-то может добавлять, кто-то можете не добавлять. Но я добавляю, я люблю, чтобы была какая-то такая, знаете, кислинка. Некоторые убирают вот эту серединку, которая водяная. Я ее тоже не убираю. Она потом в процессе перемешивания даст такой, знаете, как сок. Так, это Дима. Даст такой, знаете, своеобразный сок с кислинкой. Ну вот мне нравится так. А вы можете помидоры не добавлять. Одного помидора для этого достаточно. Так, ну все. Все мы порезали. Ничего за наше стекла. Начинаю все это собирать. Как я буду это делать? Смотрите дальше. Все, ребятки, ставим нашу сковородку. Так, добавляем чуть-чуть, прям вот чуть-чуть совсем, ребятки, кунжутное масло, оно очень ароматное. Жарить мы будем несколько этапов. Так, и простое растительное. Много масла не кладем, потому что у меня будет это жариться в несколько этапов. Вот. Чтобы не переборщить с маслом. Все, ждем, пока нагреется сковородка. И будем первое, что закладывать, наши мясные говяжьи червячки. Так, ну все, ребятки, уже начало масло шкварчать. Водичка от мяса, то есть надо прям отжать хорошо. Мясо было суховатым. Суховатым было.
Возьму сюда. Мясо зашкварчало, прямо надо его, чтобы оно поджарилось немножко, чтобы потом в салате вот именно оно отдало вот этот вот привкус жареного мяса. Не тушеного, не вареного, вот именно жареного. Реально получаются червячки. Все, ждем. Все мясо приходит. Ребят, что мы делаем дальше? Выкладываем нашу пончо. Вот видите, прям хорошо, как она промылась. Прям вот шикардос. Теперь берем ножницы и вот ее слегка все подрезаем, чтобы потом не мучиться, чтобы она не тянулась, потому что она длинная очень, и неудобно потом ее. Я вот так вот ее, пока не увидите, что вот она рассыпается. Как парикмахерская. Все, ребята, вот видите, все, она не тянется такого плана вот достаточно. Все, теперь берем наше мясо, выкладываем прямо в анчозе, прям сразу горячим. Так, добавляем опять немножко масла. По тому же принципу, чуть-чуть капельку кунжутного масла. Так, добавляем наш лучок. И немножко бланшируем. Ребята, и по тому же принципу. Сейчас обжарится лучок. Отправляем его в кунчозе. Следом закладываем морковку. Отправляем обратно в кунчозе. Далее поступаем с огурцами. С огурцами и с перцем. Где-то, знаете, минут, может быть, по 5 максимум. Как говорится, мы просто все овощи бланшируем, ребята, бланшируем. Чтобы они стали немножко мягкими, не впитали масло и отдали свой вкус. Это будет очень вкусно. Это будет очень вкусно. Все, ребят, долго не дожариваем. Немножко вот отдали. Немножко вот пошел золотистый цвет. И отправляем в анчозе. Все,
масло. Кунжутное масло я уже не добавляю, потому что достаточно. Достаточно, ребят. Отправляю морковочку. Морковочку. Пошел, на тебя ждет гора посуды. Пашонок типа не слышит. Все, ребята, вот так. Распределили. Красота. Пока у меня тушится морковка, сейчас мы немножко пожарим кунжут на сковородочку. Кунжут обязательно, потому что вот этот салат любит кунжут. Жарить надо. Вот, смотрите, у меня. Можно добавлять, в принципе, и сырный кунжут, но, конечно, жареный кунжут вкуснее. Мы же делаем так. Вкуснее. Вкуснее. Все, ребят, сильно морковку наваривать не надо. Тоже отправляем. Отправляем все. Салату. Так, следом идет у нас перчик. Перчик. Перчик вот прямо вот совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ребята, главное не переварить. Главное не переварить. Слегка, слегка отдать. Слегка отдать жаром. Он уже так запахло кунжутом. Тут тоже главное не переварить. Так, снова все все. Видите, я делаю. Видите? Все. Отставляем. Он еще дойдет на сковородке. Так. Все, как будто наш готов. Перчик. Уже практически все отправляем. Салат. Не поваляешь, не поешь. Так, и следом отправляем огурчики. Огурцы тоже совсем чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Только чтобы они разлились. Все, наш
салат. Пока у нас горячее все, все овощи. Я типа как в детском саду. Так, дети, пока горячие овощи, отправляю чесночок. Прям выдавливаем. Прям на горячие овощи. Чеснока кладите, кто как любит. Сколько любит. Хотите поострее, добавляйте побольше. Я сильно много чеснок так особо не кладу. Вот. Ну вот. Сколько у меня тут? 5 небольших зубчиков чеснока. Все, ребят, отправляем сюда же наш кунжут. Так, сейчас я камеру по-другому поставлю. Все, ребят. Соль добавляем. Ну, где-то, наверное, вот так. Чуть-чуть. Потому что у нас будет соя. Ну, где-то пол чайной ложки. Сюда же отправляем наш обжаренный кунжут. Так. Добавляем черный перчик. Можете не добавлять. Больше никаких приправ. Черный перчик. Красный острый. Добавляю для остроты. Потому что мы любим поострее. Так. Где-то по чайной ложечке. Ну, может, без горки. Отправляем помидоры. Ребятки, помидоры можете не добавлять. Ой, не могу одной рукой снимать. И добавляем где-то примерно 3-4 столовые ложки сои. Ну, я уже как бы на глаз все это делаю. Вот. В принципе, потом это можно откорректировать. Все, ребят, и начинаем все это дело вымешивать. Кто у меня давно на канале, я мешаю все всегда руками. Так что не обессудьте. Я не чувствую в перчатках вообще всю прелесть. Прям вымешиваю. Саш, выключи машинку, пожалуйста. А то у меня руки заняты. Что на тебя ждет? Гора посуды. Ты в курсе? А? Не твоя посуда. Ну все, неудобно мне мешать. Сейчас вымешу и покажу. Ребятки, ну что получилось? М? Пробуем. Я Сане говорю, что будешь дегустировать? Нет, говорит, давай ты. М? Мясо прожарилось. Вкусно. Я еще, знаете, добавила немножко соли. Все-таки пол ложечки соли мало. Мало, ребят. Все в тему. Вкусно. Всего достаточно сои. Прям кунжут чувствуется. Вкусно. Сейчас еще одну наверну. Ну, ты, Саша, меня снимаешь, я буду как хорек. Ну, это в кадре. Близко. У меня будут вот так глаза косые. Куча. Ну, все, ребят. Ну, такое... Конечно, стоит повозиться, потому что по отдельности каждый овощ надо прожарить. Но оно того стоит. Оно и хранится долго. Да, Саш, нам хватит?
партнера на всю неделю. Кстати, хорошо и тем, кто худеет. Вот. Полезно, вкусно, пища. Готовьте, удивляйте своих близких. Все, пока-пока. 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 Саня, не приближай камеру. Все, ребят, пока. Увидимся.